можно подумать, мало было нам спасения одной колонии. Теперь еще обо всей галактике у меня должна голова болеть. Я осмотрел объект. У них тут все очень серьезно. И еще, пару часов назад здесь появился челнок Влаана. Может, она и взаправду прилетела сюда, а может, опять пытается запудрить нам мозги. Думаю, она хочет первой взойти на борт, Астрид. Только вот, боюсь, ничего у нее не выйдет. Капитан, прошлая погоня за Влааной не дала нам ровным счетом ничего. А что, если мы подорвем ангар? Им придется чинить посадочную площадку. Это их основательно задержит. Отправляйтесь туда с небольшим отрядом. Проникните в ангар у подножья вон той горы. Заложите кобальтовые заряды и взорвите все к чертям. А потом я открою огонь из орудий. Вас понял, капитан. Считайте, что все уже сделано. Вперед! Я позабочусь о вашем прикрытии. Выполняю. Десантный бот на базе. Да. Приказ принят. Ракмар, мы только что обнаружили ксенофакт. Да. Такой же, как на Криге, но кажется, он действует. Приказ принят. Да, Анжелис, капитан. Устройства старшей расы долго сохраняют работоспособность, но вероны их не трогают. Слишком опасно. Навстречу чести и смерти. Командир.
поставлен. Капитан Ангелес, координатор Вуана уполномочил меня передать вам следующее предложение. Откажитесь от союза с Веронами и вступайте в наши ряды. И империи нужны способные командиры. Даже самый занюханный рядовой альянса не захочет быть командиром вашей паршивой шайки. Вы так уверены, капитан? Убирайся в лап, империи. Слишком долго ты преследовал нас. Наблюдаю противника. Наблюдаю противника. Одной целью меньше. Противник атакует. Выполняю. Мы сделаем. Да, командир. Новые цели. Убирайся в лап, империя. Слишком долго ты преследовал нас. Да. Приказ принят. Выполняю, шторм. Мы на линии огня. Выполняю. Приказ принят. Противник стреляет по нам. Приступаем немедленно. Приказ принят. Приступаем немедленно. Квакса. Приступаем немедленно. По нам стреляю. Приступаем немедленно. Приступаем немедленно. Да, командир. Приступаем немедленно. Командир, тут гости. Есть, командир. Приступаем немедленно. Вижу цель. Да, командир. Приступаем немедленно. Это должно вывести из строя орудия. Ключевая. Приступаем немедленно. А, черт! Выполняю. Мы сделаем. Противник. Плохо. Выполняю. С удовольствием. Немедленно.
Вижу цель. Шутите, командир? Заряды на местах. Покидаю объект. Скорее, скорее! Думаю, я... это еще что такое? Вы не поверите. Сержант, в чем дело? Сержант, отвечайте! Анжелис вызывает Ро. Ответьте! Выполняю, что же, капитан? Что происходит? Поверить не могу. Приказ, что происходит? Замечена активность на базе. Мы потеряли Ро. Не время грустить, Анжелис, капитан. Надо добыть пусковой ключ. Влана, вероятно, начала эвакуацию с планеты на подняю базу. Противник приближается. Встречу чести и смерти.
Выполнился отряд, захвачен враг, сэр. Десантный бот на базе. Да. Мы сделаем. Выполняю. Да. Выполняю. Выполняю. Выполняю, Шторм. Противник атакует. Выполняю, Шторм. Выполняю, Шторм. Нет возможности. Да. Пожалеете о том, что не приняли столь щедрое предложение. Дракмар, челнок Влааны стартует. У нее на борту есть ключ? Нет, Анжелис, капитан. Сигналы ключа поступают с базы. Влаана уничтожает ксенофакты. Капитан, как слышно? Кто слышит, ответь, прием. Сержант? Сержант Ро вызывает такси. У меня тут пусковой ключ. Не верю своим ушам. Оставайся на связи, сержант. Сукин ты сын. Сейчас я кого-нибудь за тобой пришлю. Байкат, я отправляюсь за Ро. Анжелис, капитан, следует также защищать ксенофакты. Последствия их уничтожения непредсказуемы. Мы сделаем. Вот, сэр. Предоставьте это сержанту. С удовольствием. Подкрепление доставлено.
Приказ принят. Возвращаюсь на базу. Противник. Есть, командир. Да, мы сделаем. Противник. Противник наносит нам урон. Мы под обстрелом. Да. Мы умеем разрушать. Кету! Как прикажете? Противник наносит нам урон. Вижу противника. Мы сделаем. Как прикажете? Приказ принят. Новый противник. Противник приближается. Мы находимся под обстрелом. Лакса. Противник. Плохо. Приказ принят. Кету. Кету. Черт бы тебя побрал, Ро. Мы не могли поймать сигнал. Думали, ты погребен под этой грудой камня заодно со всеми нашими надеждами. Как ты? В порядке. Так, царапина. Ну что, черт возьми, случилось? И откуда у тебя ключ, будь он не ладен? Ну, понимаете, ползу я к выходу и смотрю, не найдется ли тут чего стратегического, чтобы с собой прихватить. Тут я увидел пару ботинок, а в них Влана. А тут заряды взяли и рванули. Чуть погодя, я оклемался и решил поискать ключ. Сержант, определенно вы сумасшедший.